Урок номер 5. Большой квадрат. Широкая стойка, ноги подсогнуты. Правую ногу ставим в левый верхний угол квадрата, после сразу левую ногу ставим на правый верхний угол. Развернулись на 180 градусов. Возвращаемся в исходное положение, начиная с левой ноги. На другую сторону выполняем аналогично. Перемещение выполняем легко, свободно, без лишнего напряжения.